представить вашему вниманию самую популярную модель Seafisher 410. Эта лодка в данной комплектации подготовлена именно для отдыха. Ее можно сделать и для рыбаков, для рыбалки. Но данная комплектация тент, два кресла, одно на неповоротной ноге и другое на поворотной воде, капитанская. Очень удобно управлять мотором. Вот, данная комплектация предполагает именно такой вот для отдыха, для прогулок, для дневных. Лодка имеет очень большой передний рундук, поэтому кокпит остается фактически свободным. Хочу показать вам рундук, он действительно очень большой. Вот, к примеру, насос там лежит, какие-то тряпочки. Ну, то есть, реально, объем 340 литров. То есть это больше, чем 3 100-литровых гермомешка. Поэтому сюда практически влазят все вещи. Рундук абсолютно непромокаемый. Поэтому это действительно очень удобно. Вот. Эта лодка имеет катамаранное строение. Благодаря этому она очень легко движется на моторчике. В данном случае установлен мотор 6 лошадиных сил Suzuki 4-тактный. В принципе, это оптимальный, 5-6 лошадиных сил, оптимальный для данной линейки Seafisher. Вот. Ну, теперь я хочу показать, как это все в движении. То есть, она очень легко движется и на весла. Сейчас я вам это покажу. Вот. Поднимем мотор из воды. Вот. Для движения на веслах используется надувное кресло. Вот. И мы на него садимся, как говорится, отчаливаем от берега. И обычным способом, классическим, двигаемся вперед. Очень легкий ход у лодки, хорошая инерция. Благодаря строению катамаранному она легко проходит по дорожке местам, по пустынкам. Лодка предназначена для различных условий в глазах. На данном моторе есть задняя передача хода, поэтому мы ее включаем и отчаливаем от берега. При движении, заметьте, никаких поднятий носа нету, ничего, то есть она абсолютно идет ровно. Ну, давайте посмотрим. Резко даю с места, и посмотрите, что происходит. Можете заметить, лодка использует весь диапазон скорости. То есть мы хотим идти как с троллинговой скоростью, пожалуйста. Это холостые обороты. Вот сейчас мы будем идти
роллинговой скоростью на холостых оборотах. Каким увеличить, пожалуйста? Можно развернуться на месте. Именно на средних оборотах оптимальный режим движения. То есть скорость порядка 15 км в час. Мотор расходует около 1 литра. Больше, чем за час, за полтора часа езды. То есть фактически одного бачка, который емкостью 1 литр, хватает на несколько часов прогулки. Достаточно для двоих, более чем, причем при нагрузке садится еще один человек, скорость лодки уменьшается буквально на несколько километров в час, поэтому абсолютно не критично. Сзади у нас интерцепторы, которые гасят брызги и придают небольшую подъемную силу корме. Лодка очень вместительная, в принципе посадочная формула 2+2, но вдвоем вообще шикарно, можно еще двоих человек взять. Грузоподъем почти полтонны, поэтому давайте посмотрим, что сзади происходит при резком разводе. Минимальная скорость лодки на этом моторчике 20 км в час. В принципе, это хорошая скорость для такой большой лодки на таком моторе. Тент, кстати, является ходовым, выдерживает и максимальные ветра, и самую большую скорость. Поэтому лодка очень комфортабельная. И уже из опыта эксплуатации, в то время, когда на большой воде идет хорошая волна, полметра и больше, до метра даже, эта лодка совершенно спокойно идет. То есть у нее, она, почему и названа Sea Fisher, то есть морской рыбак, потому что действительно она выдерживает и хорошую волну, и предназначена для больших водоемов, но и в то же время позволяет проходить и порожистые реки. Именно благодаря тому, что днище не касается воды. Вот, есть еще один такой момент, что мы сюда можем вылить ведро воды, и через выпускные клапана кокпит через пару минут будет опять сухой. Ну вот, собственно говоря, вот такая вот лодочка Sea Fisher 410. Я думаю, это она действительно самая популярная у нас и очень хорошая. Мне самому нравится. Спасибо.